В этой студии в компании компетентных специалистов мы говорим об экологических проблемах и возможных вариантах их решения. Говорим об экологическом образовании и том, что касается каждого. Итак, мы начинаем. Я с удовольствием представлю гостей в студии. Сегодня это начальник отдела Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Ольга Шпарун. Ольга Леонидовна, здравствуйте. И временно исполняющий обязанности по должности заместитель начальника управления ГАИ УВД Гомельского облсполкома Владимир Глушаков. Владимир Георгиевич, здравствуйте. Рад видеть в студии областного телевидения. Сегодня мы говорим о качестве атмосферного воздуха в Гомельской области. Ольга Леонидовна, какую оценку экологи дают ситуации в регионе? Состояние атмосферного воздуха на протяжении последних лет оценивается как стабильно хорошее. Этот вывод сделан на основе результатов, полученных в результате наблюдений на стационарных постах облгидромета. Таких постов у нас в области 14. Расположены они в крупных промышленных центрах нашей области, таких как Гомель, Жлобин, Речица, Светлогорск и Мозырь. Количество выбросов за 2014 год в Гомельской области составило 215,3 тысячи тонн. Этот вклад внесли промышленные предприятия области и автомобильный транспорт. По сравнению с предыдущим 2013 годом, количество выбросов в целом по области снизилось на 10 тысяч тонн. Ситуация в Гомельской области стабильная, и все-таки не во всех регионах она находится на таком оптимистичном уровне. Это, наверное, в первую очередь связано с развитием промышленности в тех самых регионах, не так ли? Да, действительно. Количество выбросов в районных центрах нашей области напрямую зависит от количества предприятий, осуществляющих свою производственную деятельность в том или ином регионе. То есть страдают по большей части крупные населенные пункты? Да. Мозырь, Речица, ну, Гомель по понятным причинам, да. И так далее, да? Если проанализировать ситуацию, складывающуюся в Мозырском районе, а именно в Мозырском промышленном узле, в котором осуществляет свою деятельность порядка 40 предприятий, то, конечно же, и вклад этого региона в общий выброс по области значительный. Он составляет порядка 30% и 38,3 тысячи тонны. Как вы оцениваете чистоту воздуха в областном центре? С этим вопросом на днях на улице Гомеля вышли наши корреспонденты. Что из этого получилось, узнаем прямо сейчас. Внимание на экран. Здравствуйте. Задам вам несколько вопросов. Как вы оцениваете чистоту областного центра, чистоту воздуха? Воздуха чистоту? Я считаю, что недостаточно чистый воздух, потому что много предприятий в городе. Вот. И в принципе детям здесь воздуха не хватает, только если где-то в озелененных зонах, парках и так далее. А так, в принципе, город, мне кажется, не чистый. Загазован, очень много автомобилей, поэтому я недовольна чистотой воздуха. Хорошо, спасибо. А вы? Ваше мнение? Я доволен, да. Очень чистый, по-моему. Хорошо дышится, прекрасно. Все зеленое, все цветет. Мне доводится выезжать в лес, да? И первое время в лесу воздух там у меня вызывает неприятные ощущения. Головокружение и прочее. Тут что-то... Так точно сказать, что тут в городе, как... Мы дышим, мы привыкли. Организм к этому, наверное, уже приспособился. Ну, во всяком случае, в отличие от других, был я во многих городах. Вот надо сказать, что в Гомеле чистота и воздуха, и территории находится на довольно хорошем уровне. Экология – это наши дети прежде всего. Мы уже как по-стариковски, так уже... А вот детям это необходимо, воздух, чистота. Вот эта вот засоренность, тем более вот эти выхлопные газы, это настолько страшно. Вот даже дорогу переходишь иногда, невозможно самой идти, а это ребенку. Вот поэтому вот эти вот такие скверики, вот я так здесь выросла в центре сама, здесь вообще очень хорошо. Но вот я обратила внимание, в 5-м микрорайоне вот стали именно вот такие участочки делать для детей, детские, озелененные такие, это так прекрасно. Что ж, уважаемые гости, мы возвращаемся к разговору. Ваши короткие комментарии по только что увиденному материалу. Владимир Георгиевич. Ну, еще раз наши зрители подтвердили, что действительно в городе нашем, можно назвать его как самый зеленый город нашей
республики. Вот. И я думаю, в принципе, не все так плохо. Можно найти места, где дышится легко. Да. Мы уже с вами говорили о том, что Гомельщина один из самых крупных промышленно развитых регионов Беларуси. С одной стороны, это не может не радовать. Здесь расположено около 300 крупных и средних заводов и фабрик. Какие меры по оздоровлению атмосферного воздуха предпринимают администрации данных предприятий? Сразу хочу отметить, что законодательство наша республика предъявляет жесткие требования к предприятиям, осуществляющих свою деятельность с воздействием на атмосферный воздух. Законом об охране атмосферного воздуха все предприятия предписано разрабатывать природоохранные планы и реализовывать их в жизнь. То есть получаешь доходы, будь добр следить еще и за экологией, ну, по крайней мере, рядом. Да. В нашей области, в частности, на предприятиях, осуществляющих деятельность с воздействием на атмосферный воздух, проводится огромная работа по снижению выбросов. К таким мероприятиям относится введение в действие новых газоочистных установок, их модернизация, реконструкция. Да что говорить, если, в принципе, на большинстве предприятий сегодня созданы целые экологические службы, которые мониторят ситуацию, способны поставить руководителя в известность о том, что необходима такая-то модернизация, необходимо следующее вложение. Это тоже здорово и показательно. Да, действительно, экологических служб, которые контролируют природоохранную деятельность на своих предприятиях, велика. Хотелось бы отметить такие службы нашего региона, как службу Белорусского металлургического завода, Гомельского химического завода, производственное объединение «Беларусьнефть». То есть вы сейчас называете, по сути, такие производственные гиганты, которые, ну, действительно и большой вклад в доходность бюджета и Гомельской области, и Беларуси вносят, но в том числе они не забывают и про важное направление — экологическую безопасность. Да. Для снижения выбросов от своего производства такие предприятия, как Белорусский металлургический завод, проводят огромную работу. Так вот, на протяжении последних 3 лет это предприятие проводит реконструкцию пылегазоочистного оборудования, способствующую снижению выбросов от сталеплавильных печей. На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в этом году завершается строительство установки «Сера-2», которая позволит снизить выбросы неприятных запахов от сероводород-содержащих газов. В нашем городе также ряд предприятий выполняют природоохранные мероприятия, тем самым способствуют улучшению экологической обстановки. Что ж, а далее в эфире наша традиционная рубрика «Три вопроса экологу». В очередной раз слово нашим зрителям. Внимание на экран. Итак, вопрос номер один. Есть вопрос. Вот когда находишься в разных точках города, чувствуешь специфические запахи. Это работа вредных производств? Итак, по-моему, достаточно интересный вопрос. Ольга Леонидовна, наверное, больше ваш адрес. Да, действительно. В нашей службе часто поступают обращения граждан с жалобами на качество атмосферного воздуха, на присутствие в воздухе неприятных запахов. При получении такой информации мы оперативно организуем контрольные проверки близлежащих предприятий. В ходе этих проверок мы также привлекаем службы лабораторного контроля для проведения измерений на источниках выбросов этих предприятий. Еще один вопрос от наших зрителей. Пожалуйста, внимание на экран. У меня вот такой вопрос. Я живу в центре города. И у нас в нашем доме под самыми окнами всегда оставляют машины, частные машины. Приезжают и после дождя, и они грязные. И ставят их прямо на газон. Ну, жалко же. Вот у меня такой вопрос. Куда обращаться? И следят ли за этим? Вот, как от этого страдает наша экология? Владимир Георгиевич, я так понимаю, этот вопрос в ваш адрес, пожалуйста. Это несколько в моей компетенции находится. Вот. Ну, постараемся на него ответить коротко и ясно. Актуальный вопрос, не так ли? На сегодняшний день в связи с ростом количества транспорта, зарегистрированного на территории области, да и в целом по республике, места, конечно, с парковками, вопрос очень актуальный. Ну, а в данной ситуации, что мне посоветовать? Лучше всего по данному факту обратиться в дежурную часть управления ГАИ по телефону 57 44 44. Значит, оперативно в адрес будет направлен
экипаж или сотрудник госавтоинспекции, который непосредственно на месте разберется с данным обращением, и в случае выявления каких-либо противоправных действий со стороны водителя, оставившего транспортное средство, как сообщается, на газоне, к нему будут приняты меры административного воздействия. Что ж, спасибо за ответ. И еще один вопрос от зрителей нашей программы. Внимание на экран. Меня интересует, какой самый чистый район нашего города? Очень сложно ответить однозначно на этот вопрос и сказать, что да, вот в конкретном районе у вас будут комфортные условия проживания, в частности, будет легко дышать. По результатам наблюдений, которые проводятся на постах, расположенных на улице Курчатова, Карбышева, Пионерская, Гаринка, они расположены в разных частях нашего города, можно сказать, что ситуация на стабильная и одинаковая во всех районах. Единственный у нас есть автоматический пост по улице Барыкина. Он расположен в промышленной зоне нашего города. На этом посту, не сказать, что часто, редко фиксируется превышение предельно допустимых концентраций, но эти все превышения, хочу отметить, фиксируются в периоды с неблагоприятными условиями, в те периоды, когда воздух у нас завис над городом и не рассеивается. Но другими словами, я думаю, что ваш совет, наверное, таков. Если вы планируете все-таки отдых либо прогулку с семьей, то, наверное, надо это сделать не рядом с оживленной трассой, а в парковой зоне, как минимум. В парковой зоне, а может, где-то за городом. Спасибо за ответ. Что ж, ну а мы двигаемся дальше. Около 70% загрязнения окружающей среды в Беларуси выпадает на автомобильный транспорт. Эта цифра, наверное, вызывает где-то и шок, и, да и является поводом задуматься, не так ли? Ну, дело в том, что действительно, что количество транспорта с каждым годом на территории Республики Беларусь растет. Вот. И как бы мы ни стремились создать транспортное средство экологичное, но оно в той либо иной мере все равно выбрасывает в атмосферу вредные вещества, которые сказываются в целом на состоянии атмосферного воздуха. Вот, значит, ну и что, для сравнения, у нас на территории области на сегодняшний день зарегистрировано более 530 тысяч единиц транспортных средств. За последние 10 лет количество транспорта в области увеличилось более чем на 100 тысяч единиц. И все же, наверное, основная проблема – это в автомобилях преклонного возраста. Ну да, конечно, несомненно. Дело в том, что старые транспортные средства, они в большей степени, конечно, выделяют вредные вещества в воздух. Вот. Но со временем, конечно, транспорт меняется, молодеет отчасти. Вот. Поэтому не все так плохо на первый взгляд. И все же за последнее время и в Гомель, да и в Беларусь в целом было ввезено большое количество автомобилей. Думаю, со мной согласитесь. И это тоже не самые молодые авто, не так ли? Ну да, я с вами соглашусь. Ситуация, произошедшая на, так сказать, на рынке покупки автотранспорта в прошлом году, подтолкнула жителей приобрести по несколько авто. Да, и в связи с этим вот на период конец-начала этого года количество транспорта резко увеличилось, зарегистрировано. Значит, в среднем у нас количество транспорта по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем на 20 тысяч единиц. Это что касается Гомельской области. Вот. Поэтому, ну и как вы уже отметили, к сожалению, транспорт не совсем новый, вот, уже поддержанный. Вот. Поэтому ну, это тоже отчасти да, может сказать да, на ситуацию с чистотой нашего атмосферного воздуха. Эта проблема решается у нас даже на правительственном уровне. Принята стратегия по снижению негативного воздействия транспорта на атмосферный воздух Республики Беларусь. И по данным статистических наблюдений, количество выбросов у нас снижается. И по сравнению с 2009 годом количество снизилось порядка 30%. Как в этой связи не вспомнить совместный проект Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды и госавтоинспекции, акцию «Чистый воздух»? Расскажите коротко о ее концепции. Операция «Чистый воздух», она проводится ежегодно в нашей республике, проводится она в июне месяце. Эта акция в основном направлена на то, чтобы донести до населения
проблемы, складывающиеся с выбросами мобильных источников. В ходе этой акции организуется контрольное мероприятие. Совместное, да, госпитал-инспекция, да. Экологи? Да, ну, в ходе которой мы контролируем выбросы от мобильных источников на выезде из автотранспортных предприятий. Угу. Как показывает... результаты этих акций, из года в год количество автомобилей с превышениями у нас снижается. Акция, она планируется прежде всего совместная. Вот, сотрудники госавтоинспекции совместно с представителями охраны природы выезжают на наиболее оживленные участки дорожного движения. Вот, и совместно осуществляют проверку проходящих транспортных средств на наличие превышений в выбросах вредных веществ. Ну, прежде всего, внимание уделяется это старым транспортным средствам. Вот, тем транспортным средствам, которые отсутствует отметка о прохождении государственного технического осмотра, и, возможно, существуют какие-то проблемы. 22 сентября в Беларуси по традиции проходит Международный день без автомобиля. Как жители нашего региона относятся к этой инициативе? Ну, я думаю, с каждым годом эта инициатива получает все больше приверженцев. Вот. И я думаю, что уже в прошлом году достаточно большое количество как сотрудников госавтоинспекции. В том числе и ваши коллеги поддержали, да, этот, конечно, проект. Же. Вот. Проводится широкая пропаганда, вот, данного дня. Вот. И вы знаете, что и многие сотрудники госавтоинспекции в этот день пересели либо на двухколесный транспорт велосипедный, либо же на работу общественным транспортом добрались, либо пришли пешком. А вообще, наверное, со мной согласитесь, велосипеды все больше входят в моду, не только во всем мире, но и у нас в Гомельской области. И это тоже не может не радовать специалистов, не так ли? Да, несомненно, внедрение велосипедного движения нас, как экологов, очень радует. Хочется отметить, что при замене автомобильного транспорта на велосипедный мы оздоровим не только окружающую среду, но и поправим в какой-то мере свое здоровье. Согласны с этим утверждением? Ну, я думаю, что да. Но, тем не менее, на сегодняшний день данная категория водителей все-таки несколько волнует госавтоинспекцию, потому что с ее стороны в связи с увеличением количества велосипедистов отмечается большое количество нарушений правил дорожного движения, допускаемые данной категорией водителей, участников дорожного движения. Будем надеяться, что вот проблема с велодорожками как только решится, наверное, и снимет проблему, вот, о которой вы говорите. На чем я хотел остановиться. Вот, госавтоинспекция эту проблему увидит. На сегодняшний день вот, усилиями госавтоинспекции уже внедрены на территории Гомеля несколько велодорожек. Это и в районе новостроек, и в районе проспекта Космонавтов. Что ж, уважаемые гости, время подводить итоги. В нашем регионе для защиты атмосферного воздуха делается немало, так что же необходимо еще для того, чтобы легкие нашей Родины дышали глубже? Я думаю, что каждый на своем рабочем месте должен задуматься, что он может сделать в деле снижения выбросов от будь то транспорта, будь то производства. Только в этом случае совместными усилиями мы сможем помочь нашей природе, сохранить ее для потомков и самим наслаждаться чистым воздухом. Да. Я думаю, что госавтоинспекция поддержит все мероприятия природоохранных предприятий, вот, и приложит немалые усилия и в части обеспечения экологической безопасности, а также безопасности дорожного движения. Что ж, уважаемые гости, спасибо за интересный и полезный разговор. На этом ставим точку. До встречи.